Здравствуйте, меня зовут Мартынова Дарья. Я украинский художник из города Запорожье. Сегодня хотела бы вам представить свою новую картину «Спокойствие». На картине изображено, пожалуй, самое романтичное время суток. Это закат. То время, когда природа успокаивается, птицы и животные умолкают. Вокруг царит спокойствие. И только лишь яркие блики на воде от заходящего солнца будоражит воображение и чувства. В такие моменты хочется помолчать, подумать и окунуться в прекрасное. Именно такие эмоции я хотела передать на этой картине. Получилось ли у меня? Смотрите сами.